Президент России Владимир Путин наградил губернатора Самарской области Дмитрия Азарова орденом дружбы. Церемония вручения государственных наград состоялась накануне в Кремле. В этот же день ордена, медали и нагрудные знаки к почетным званиям получили также более 30 выдающихся россиян и иностранных граждан. Среди них деятели науки, культуры, медицины и спорта, ректоры крупнейших вузов страны, летчики-космонавты, работники сельского хозяйства и промышленности. По протоколу.